Ну, теперь поговорим о погоде в красноярских квартирах. В некоторых так ничего не изменилось, и отопление по-прежнему не появилось. В Свердловском и Железнодорожном районах квартирах по-прежнему, в некоторых квартирах по-прежнему плюс 15 градусов. В Центральном и Ренинском чуть теплее, плюс 17. Но в Советском, Кировском, Октябрьском держится от плюс 16 до плюс 18. Это, конечно, прохладно. Но в мэрии нам пояснили, отопление подведено уже почти ко всем зданиям в городе. И сегодняшний день является заключительным, когда тепло должно стать во всех домах. При этом чиновники не отрицают, отопление появилось еще не везде. Но в основном это связано с работой непосредственно ТСЖ и управляющих компаний. Ну а те, в чьих домах сегодня батареи так и не станут горячими, могут жаловаться по телефонам горячих линий. Они будут работать в каждом районе завтра с 17 до 19.00. Но о погоде в Красноярске я расскажу уже через несколько минут.